Обычно такие люди, ну я же знаю, что мастер-шеф, там бывают разные интриги, люди глаза, за глаза могут еще что-то сказать. А как такие люди, как ты, я вот ориентируюсь просто по своему сыну, да, как такие спортсмены со стержнем мужчины могли там вот, пережить какую-то интригу или какое-то несправедливое отношение? Например, тут с тобой общаются, а за... Тут в комнате. Блин, была такая ситуация. Ты еще никому там не дал? Не, бить никого не бил и бить не собираюсь. Вообще, драться это плохо, не бейте людей.